Это я стою на трассе, делали, не доделали трассу. А посередке ее вот выкопали в траншею. Это маленький бульдозер брал. А это тебе получилось трасса надвое разбоенная, она заброшенная. И вот он из нее теперь берет, чтобы нам воспользоваться. Вот 17 или 18 тонн железа толкает. Вот такая трасса. Такие облака прекрасные. Я специально подошел, чтобы показать, как это. Вот все это он потащил теперь на нашу плотину. Это плотине уже может быть 180-190. На будущий год будет 200 лет потеряет. А старики это сразу все делали. На лошадях возили. Тачка была, скидывала сама.
тяжелая работа. Раздевшись все время. Плохим здоровьем тут делать нечего.